6 июня – день рождения великого русского поэта. Больше четверти века назад эта дата указом президента России стала праздничной. В календаре появился Пушкинский день. Произошло это в 1997 году, а спустя почти полтора десятилетия, в 2011, был издан еще один президентский указ, номер 705, о ежегодном праздновании 6 июня еще и Дня русского языка. Неудивительно, учитывая то неоценимое влияние, которое на современный русский литературный язык оказал Александр Сергеевич. Пушкинский день состоялся и в Апатитах. На традиционном литературном празднике в парке Пушкина наградили участников видеомарафона «Пушкин в Апатитах». Все конкурсанты, по мнению жюри, проявили мастерство исполнения, но самое главное – продемонстрировали глубину восприятия творчества великого русского поэта. С победителями познакомился Игорь Никуличев. Есть те вещи, которые неизменны в нашей жизни. Это как родина, как солнышко и как Александр Сергеевич Пушкин. В парке Пушкина в этот день работал открытый микрофон, к которому мог подойти каждый желающий прочесть любимое стихотворение Александра Сергеевича. Видеть, весь сияя в злате, царь-салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. Победителем видеомарафона «Пушкин в Апатитах» в младшей возрастной группе стал Максим Мартынов. Он прекрасно знает произведения великого русского поэта и на вопрос, чем вызван такой интерес, честно ответил. У него стихи такие очень красивые, очень распирающие души. Юного апатичанина заполнила победительница видеомарафона в старшей возрастной группе Людмила Кузенкова. Все очень просто. Он писал о жизни, о чувствах людей. Прошло столько лет, и ничего не меняется. Чем ты старше становишься, тем больше ты какие-то вещи узнаешь и понимаешь, что с тобой это тоже случилось. Победители получили дипломы и ценные призы. И, как сами признались, хорошее настроение и подъем культурного духа.